Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня украшаем бюджетный свадебный торт. Некоторые зрители считают, что свадебный торт должен быть большой, в несколько ярусов. Вы должны понять, не у всех есть средства устраивать пышные свадьбы. Этот торт я готовила для маленькой свадьбы. Молодожены расписались в ЗАГСе и дома в узком кругу отпраздновали это событие. Такого торта для гостей из 10 человек более чем достаточно. Рифленым шпателем сделаем текстуру сбоку торта. Сам торт медовик. Диаметр его 17 см. В прослойке крем заварной масляный, чернослив и грецкий орех. Украшаем белково-заварным кремом. Ссылки на все видеорецепты оставлю в описании под роликом. Друзья, хочу порекомендовать вам интернет-магазин «Любимый Василек». В этом магазине огромный выбор постельного белья, женской, мужской и детской одежды, а также подушки, одеяло, покрывало, полотенца и многое другое. Сейчас покажу вам, что я приобрела в «Любимом Васильке». В этот раз я заказала подарки для своих родных. Топер на матрасник, размер его 90 на 200 сантиметров. Его качество мне очень понравилось. На матрасник очень плотный. Женский спортивный костюм. Две женские туники бордового и бирюзового цвета. Трикотажная ночная сорочка. Качество тоже очень хорошее. Два женских костюма с принтом авокадо. Женская футболка. Еще я заказала вот такой красивый русский платок. Также я заказала мужское и женское нижнее белье. Две панамы для работы на садовом участке. Кухонное полотенце и женские носки. Цены в «Любимом Васильке» недорогие, а качество очень хорошее. Ссылку на интернет-магазин «Любимый Василек» оставлю в описании под роликом. Заходите, радуйте покупками себя и своих родных. Сделаем розы насадкой «Большая роза». Выход лепестка 4 см. Окрасим их сухим красителем-распылителем.
Часть крема добавляем зеленый и черный красители. Насадкой листик и мешком с тонким отверстием сделаем чашелистики и листья. Сверху торта мешком с тонким отверстием сделаем окантовку и добавим кондитерскую мягкую посыпку. Внизу торта также мешком с тонким отверстием отсадим бусинки. Торт получился ровно 3 килограмма. Белково-заварной крем готовила на 5 белков. Осталась примерно 1/5 часть. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!